Приветствую вас, дорогие друзья, и хорошо вам настроения. Мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды, естественно, забираем сразу же. 563 доллара у меня есть, а это говорит о чем? О том, что я сейчас буду покупать себе вот эти вот порталы. Так, сколько мне нужно? Мне нужно 100 штучек, да. Я доллары трачу только вот на это, ребята, больше ни на что. Открываем бесплатную колоду. Давайте смотреть, что нам здесь. Ага, Джастина я уже вижу. Хорошо. Давай сразу заберем реворд. И, наверное, мы... Так, поднять уровень. Давай поднимем уровень кому-нибудь. У нас 8600 мутагена. И я думаю, что это будет... Секунду. Кирби. Нет, Змей-Ковьюн. Наверное, все-таки мы его маленько проапаем, да? До 50 уровня. Отлично, это уже что-то. Забираем реворд. Теперь, наверное, пойдем сразу серию испытаний забабахаем, да? Так, здесь даже не на 3 звезды, странно как-то. Ладно, ребят, вперед и с песней. У меня даже Рахзар находится в нокауте уже. Ну, я сейчас пройду и обязательно, ребята, сброшу весь наш прогресс, так скажем. Так, молодец, Рафаэль. Давай еще разок. Шикарно. Так, ну я думаю, что с этими щеглами мы будем разбираться с вами легко и просто. Без, как говорится, напряги. Так, давай вот так вот сделаем. Шикандосик. И давай запалим его, в конце концов. Чтоб не выеживался здесь, да? Что он делает? Волну смертельную. Но, как видим, она ему не помогла. То есть, постепенный урон ни на ком не висит, так что все отлично. И у нас здесь... Нифига себе, да, тут два Рокстеди, Бибоп и Муха. Я имею в виду Бакстер. Ну что, ребятули, придется с... Ой, зачем я сделал? Ёлки-палки, я... Ребят, я не заметил. Точнее, я не то, что не заметил, я как-то сделал провокацию, не подумавши. Потому что у Рафаэля очень мало здоровья. Ну, есть шанс, может быть, сейчас все-таки у нас прокатит. Ну-ка, посмотрим. Ай-яй-яй. Секунду, кто у нас тут поопаснее будет? Слушай, у них, в принципе, у всех очень долго будет идти откат. Да ладно. Давай-ка его накроем. Слушай, ну вот эти вот поганцы еще... Что этот, ребята, может кинуть бомбу, да? Гранату свою. Что этот может пламенем забомбить? Так, минус. И... Во, Лео добивает его. Отлично, ну я просто не хотел, ребята, здесь никого потерять из бойцов. На самом деле я все равно буду сейчас это дело сбрасывать. Но все-таки приятнее получать 3 звездочки, да? Чем 2 или 1. Так что, я думаю, многие меня поймут. Забираем реворд. Так, еще 35. Блин, у нас уже 24 сюрикена. Шикарно, кстати, можно забежать в магазин и посмотреть. Смотрите, ребята, уже... Нам дают персонажи тех, которые у нас есть. То есть нам даже тратить не приходится эти монеты. Они у нас не монеты, а сюрики. Они у нас так и будут с вами копиться. Так, 600. Ну, с этими, конечно, проблема. С этими жетонами у нас вечная. И я хотел, да, я хотел сбросить. Сделать сброс на серии испытаний. Достается нам Рафаэль. ДНК на него. Нормуль. Так, у нас мутаген. Мутаген, естественно, ребят, я буду за него драться. Мутаген — это самая главная составляющая для моих юнитов, потому что за счет него мы их апаем, повышаем и так далее. Так что вы сами должны понимать. Ну, единственное, что здесь не дают за это, ну, как бы сказать, опыт. Хотя опыт дают, вот, да, маленький, но я не знаю, я вот сколько проходил, еще ни разу у меня за счет вот прохождения миссии уровень не рос. Мне все равно приходилось включать этот мутаген и только за счет него апать. Так, ну что, вторая победа, то есть еще остается всего лишь навсего 3. Потом мы сразу рванем с вами в обязательном порядке на арену. Слушай, а мы же вроде бы все уже испытания, да, попроходили. То есть нам остается ждать только третье испытание, когда оно откроется. Оно будет доступно уже ближе к концу недели. Но самое главное для меня — это пробиться в Сёгун. 3 звезды, там остаться до конца недели, потом получить реворд. Вот, в принципе, в чем заключается вообще вся игра у меня в данный момент. Потому что мы с вами копим те самые осколки, именно платиновые. Ну, золотые нам тоже нужны. Ну,
больше все-таки у меня акцент идет на платиновые. И другим способом их здесь просто не получить. Хоть ты как. Нет, ну конечно есть ломки, игры, которые взломанные, но мы-то с вами не девочки, мы идем по сложному пути, так что все хорошо у нас. Так, 5 опыта, 1200. И последний, заключительный у нас, ребята, бой. Давайте накатим этому мутагеноиду. Он задолбал, кстати, тут свои эти выкрутасы делать. Что-то он давно не делал, кстати, свои потные ладошки. Все, лежит и отдыхает. Балдеет, короче, у нас мутагеноид. Ну, а мы с вами... Что, мутаген забрали. Нам еще надо будет поискать обязательно ДНК на наших ребятулек. Так, давай-ка мы зайдем сюда в список и приступим. Кто-то у нас здесь на подходе, я помню, был, да? Ага, Гека, представляете, если мы сейчас найдем на него 3 ДНК. Это будет круто просто-напросто. Смотри, 2. И... Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, ребята, сделаем вот так. Вот, вот и все. 3 ДНК мы нашли с вами. И, соответственно, Мондагека у нас будет сейчас апаться на 4. Да, на 4 серебряные звезды. 5000 мутагена как раз у нас этого есть. Тэдэнс. И, ребята, открывается какая-то новая способность на колесах. Мондо использует свое умение кататься на скейте. В начале хода есть вероятность 10% улучшить уклонение союзников на 20% в течение 2 ходов. Это вот это, ребята, когда он там облизывается, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, облизывается это вот. Зацепиться языками, ну и название. Ладно, короче, это пассивка, которая может сработать, а может и нет. Ну, в любом случае, я хочу... Ах ты, не получилось. Хотел его до... 40 уровня прокачать. Ладно, в любом случае, 4 звезды. Чтобы его проапать дальше, нам нужно будет... так, золотые, да. Золотые осколки. Здесь мы обмениваем сюрикены. И дальше, дальше, ребята, продолжаем с вами искать ДНК на наших любимых персонажей. Кого бы нам еще найти, а? Кто у нас? Так, Ксевер, Монтес. В принципе, у нас что Ксевер, что Пиццелицей, да? Они идут нога в ногу. Но разница налицо. У Пиццелицева, извините меня, 4 звезды золотые. А у Ксевера всего лишь 3 серебряные. Поэтому я, наверное, буду искать нашего Пиццелицева. Так, одно ДНК нашли. Тут, как всегда, нас кинули. И тут кинули. Здорово. Ничего не скажешь. Давай еще 3 попытки посмотрим. Так, Пиццелицей выпал. Здесь нас побрили. А здесь 3 ДНК всего лишь я успел. Ребята, из 6 попыток 3 ДНК. Это очень плохой показатель, я считаю. И давайте уж тогда к Северу. У нас, по-моему, еще хватает все-таки поискать на него ДНК. Да. Пицца есть, так что можно, в принципе, ее смело сюда спустить. Так, вот к Северу довольно хорошо ищется. Нифига себе. Он так, наверное, и Пиццелицева у меня обгонит, если будут у него вот так вот выпадать ДНК. Шикарно. Ой, все, ребят. Пицца закончилась. 11, правда, там еще есть. Ну, ладно, не будем мы ее, наверное, никуда тратить. Хотя нет, я потрачу. Я потрачу ее. Блин, я ее никуда не смогу, да, наверное? Некуда даже это слить. Ну-ка сюда. Короче, ребята, буквально мне не хватает, смотри-ка. 30... Точнее, у меня 310, 20 золотых осколков и все. И мы могли бы с вами прапать. Могли бы Хана прапать, ну или вообще кого-либо. У нас тут, честно говоря, желающих-то много. Вон, смотрите, Бакстер Муха, Крысиный Король. Кстати, вы скажите мне, кого нам в следующий раз прапать, а? Я имею в виду именно в золото, из серебра прапать в золото. Вот, начинается это где-то вот отсюда. Да, это начинается с Бакстера Мухи. Потом Хан, Крысиный Король. Ну и все. Вот, короче, 3 персонажа у нас на повышение в золото. Пишите, ребят. Как напишите, и чем больше голосов будет про определенного героя, того мы сразу с вами в золото и перекинем. Так, ну что, забираем с вами здесь Ревард. Шикарно. Так, сразу обменяем, да? Вот здесь вот.
И вперед, как говорится, с песней нас уже ждут на лиге. Так, в испытаниях я точно, да, ребята, в испытаниях мы с вами что могли, то прошли. Тут, как говорится, не поспоришь. Единственное, что мы можем с вами, это поискать вот еще. Давайте, у нас, кстати, много, да, у нас много сыра. Поэтому, я думаю, никто не будет против, если я его сюда потрачу. А то вы все время пишете: Рэй, ты завершаешь серию, не потра... О! Во-во-во! Вот именно этот Микеланджело мне и нужен. И желательно бы его побольше получить. Так, а здесь я могу? Нет, здесь нету. Так, а где же... Подожди секунду. Ну, здесь, кстати, можно... Давай еще попробуем. О, Рафаэль мне достался. Крип! Ничего себе, пошла жара. Так, три осколочка, это тоже неплохо. Главное, ребята, у меня есть порталы, поэтому, соответственно, я могу себе позволить вот... О, 35 жетонов. Соответственно, я могу себе позволить вот так вот тратить. Да что ж ты будешь делать-то? Эй, давай-то... Все, все, ребята, сыр кончился. Я думал, что смогу все-таки достать Леонардо, но не получилось. Ну, это не страшно, это не страшно. О, зато со спокойной душой идем на турнир. И я в Лиге Самураев. То есть немножко меня сбросили на ранг 28. То есть 28 позиция у меня. И мы приступаем. Так, Кьювей, Рафаэль и Вики. Нет, мы начнем, пожалуй-ка, наверное, с Рафаэля. Да. Так, у меня 5 откатов есть. Тут 44, 45, 47 уровни. Поэтому я должен, наверное, сделать... Жест доброй воли, да? Давай, поехали. Так, 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 вот так. Ай-яй-яй-яй, подожди. Давай мы, наверное, на всякий случай... На всякий случай возьмем... давай тигра возьмем. Это перестраховка элементарная, потому что я боюсь, мало ли у меня Леонардо оплошает. А такое, ребят, бывает, вы знаете. А, например, вот Донни, он 100%. Странно как-то. Я думал, что выживет Донни. Но на этот раз Донни упал. Ладно, мне-то только в плюс идет. Мне на пользу это все. А вот ему нет. 1000 мутагена зарабатываем и... Нет. Я думал, что мы с вами перекинемся все-таки в самурай. Но ничего не вышло. Давайте, ребят, дальше продолжать Мочилова. О, Сашка, тезка, Иринка. Ну, слушай, я хочу с Иринкой. Давай-ка с Иринкой подеремся. У нее просто персонажи немножко послабее. У Сашки они на 1-2 уровня будут крепче. Поэтому я вот так вот хочу сделать. Сейчас мы быстренько сделаем вертушку. На худой конец топотушки сделаем мутагеноидом, если успеем. Поехали. Кто упадет, а кто останется? Угу. Изведение, да? Это у нас, по-моему, Рафаэль, если я не ошибаюсь. А ну-ка. Вот так вот. Зергут, отлично. Иришка, спасибо тебе большое, что, как говорится, сдалась практически без боя. Я тебе даже не дал возможности просто применить какой-то удар. 83-я позиция, и мы с вами продолжаем, ребятули. Продолжаем, и тут уже пошли, смотрите, уже полтиннички, да, но я буду драться с Давидом. Потому что у него 49-48 уровень. Опять же, я возвращаю Леонардо в строй, набираю вот этих вот ребятушек. И в бой, 49 уровень, как-никак. То есть, блин, получается, что я опять не попаду. Опять не попаду, ребята, в сёгуны двухзвездочные. У меня не хватает опять персонажей. Ты представляешь? Это засада какая-то, честно говоря. Как быть-то нам? Как же я раньше выкручивался? Нет, ну, знаете, в чем проблема? Даже не проблема, а дело. В том, что раньше меня не скидывали так быстро и так низко по рангу. А тут, ну прям вообще, я не знаю. Хорошо, мы в сёгуны две звезды заберемся. Вот с тремя звездами будет, наверное, уже проблемс, если честно. Давай-ка, наверное, мы возьмем Солома. Соломе или Солома. Скорее всего, Соломе. И набираем вот этих вот ребятулек. Ну и, конечно же, хотелось бы побольше себе звездных золотых героев. А серебряные как-то уже, знаете, меня не интересуют, они слабенькие. Но в любом случае, когда мы начинаем с вами лигу с самого начала, нам приходится играть именно с этими слабыми персонажами. Это наш, как говорится, старт. Так, тихо, что ты делаешь? Так, он решил хильнуться. И причем довольно неплохо хиляется, я вам скажу. Донни мы не смогли пробить. Это плохо. А если мы сделаем суперудар от Шреддера?
ты смотри, ты смотри, ты смотри, что он вытворяет. А если вот так тебе? Должен упасть. Да. Мне, кстати, нравится ваша история, которую вы пишете про героев. Например, я не знал, что крысиный король потерял зрение, и он видит с помощью своих подручных крыс. Это прикольно, это прикольно. Так, ну что, двигаемся дальше. 44-я позиция, замечательно. Слушай, все-таки мы зайдем, да, зайдем в Сёгуны 2 звезды. Сашка, ты все-таки хочешь... Опять, смотрите, Александр и Ирина. И тут еще и тезка Алексей у меня тут. Так, я, наверное, буду все-таки опять с Иришкой. Как ни... Нет, здесь у меня Лешка слабее. Поэтому, наверное... Нет, все-таки Иришка. Здесь, как видим, серебро, остальное тут золото. Ладно, давайте будем честны. Пойдемте, подеремся с Сашкой. Хватит уже эту Иришку теребунькать. Будем Сашку мочить. Слушай, а мы справимся? Такой командой-то, елки-палки, 50... Нет, наверное, ребят, не справимся. Наверное, нам надо взять на всякий случай вот так. Да, железная голова здесь нам в подспорье пойдет. Ну, ребятульки, готовы? А звездюлица? Я думаю, они готовы. Ты-дыч! Ага, слышь, и карачка выжила. Вот так вот. Бомбежка. Все, они отдыхают. Слушай, ну шикарно, мы идем. Так, перепрыгнем или нет, как думаете? Ну, наверное, на 20-ю позицию точно мы должны с вами приземлиться. Как пить дать должно быть. Во, 24-я. То есть буквально еще, ребята, два боя. А самое страшное, знаете, что у меня бойцов не хватит для этих двух боев. Возьмем вот этого вот слабенького Серегу. Последний, ребятули, у меня откат последний остался. Да, у меня не хватает бойцов, ты представляешь? Раз, два, три. И возьму я... И возьму я для этого дела Ваньку. Да, только так. Ага, приземлились. Прыганули, скаканули. Ну что же, давай начнем развешивать бесплатно звездюли. Да? Опа-на. Тихо, тихо, тихо. Зачем? Зачем ты врубаешь пиццу свою, Рафаэль? Что у тебя с глазами? А ну-ка, пулеметная дробь. Замечательно. Не-не-не-не-не, не надо, не надо, блин. Так, кого нам накрыть? Давай, в кого попадем? Ни в кого не попали, замечательно просто. Да ну, хорош. А ну-ка, звезданика ему. Упал. Ну и Бакстера Стокмана мы с вами разрубаем. Слушай, ну без потерь, по крайней мере, обошлось, и это уже плюс. И значит мы... Или мы около будем Сёгуна двух звезд, или все-таки мы с вами перейдем с 24-й позиции. Нет, к сожалению, нет. Ну, 4-я позиция, ребят. Ну, все время так, вот специально так делаю, чтобы я был вот-вот на грани и не получил ни шиша. Так, Джейсон, Дэн и Романенко. Кого нам взять? Ну, я, наверное, возьму... Давайте Дэна. Хотя и здесь два серебра, и здесь два серебра. Но здесь уровень поменьше, поэтому я, наверное, все-таки Дэна выберу. Так, что у нас по бойцам? Давай посмотрим. У нас по бойцам все кисло. 10 бойцов наберем мы. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10. У нас ровно 10 бойцов. Теперь нужно грамотно нам сделать команду. Так, я возьму для этой команды Зек. Так, возьму Кирби. Масухи здесь много. Здесь мало масухи, поэтому нормально. Будем под прикрытием стоять, и все отлично. Также я возьму, наверное, Бакстера. И, наверное, я возьму здесь Рахзара. Вот. Такая у меня получилась команда. Главное, чтобы эти две команды выиграли без потери бойцов. Тогда будет все шик и блеск. Начинаем с бомбочки от Зека. Ну, ядрить тебе на корень. Как-то не очень хорошо, ребят, получилось, если честно. Хил есть тут у них? Я что-то не заметил. Хила у них тут нет, это плюс. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо. Черт бы тебя побрал, что... Так, ну ладно, это иммунитет. Это... Ай, какой иммунитет, он хильнулся. Он, ребята, хильнулся. Черт бы тебя побрал. Что же мне сделать? Ну, давай попробуем маузеров вызвать. Ага. Так, смотрим, ребят, подкату. Сейчас будет ходить Донни. Но он ходить не будет, это явно. Я ему не дам.
Дальше кто? Нет, 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 не надо, не надо. Фух, повезло. А, у меня провокация еще стоит. Так, хорошо, давай смотреть. Следующий будет у нас Микеланджело, да? Опять же, я не могу этого позволить. Смотрим дальше. По откату Слэш будет ходить. Слэш, ядрить его на корень, ну. Должны, в принципе, мы его забомбить. Так, ё-моё, а? Биба все-таки... Ага, ладно. Слушай, может быть, все-таки мы здесь выиграем? И добивочный от Рокзара. Фу! Ребят, выкрутился? Как-никак. Ой, отлично, отлично. Ну, а за ту команду, в принципе, я, ребят, не переживаю, потому что там сильная команда, там Рафаэль провокатор, так что пройдем. И возьмем мы с вами здесь, так, Уэйслей, Алексей и... Не знаю, кто это такой. Давай, Леха, что-то слишком много Алексеев тут, а? Вы заметили? Нет, Алексея не будем брать, будем брать Висли. Поехали. Берем Рафаэля, естественно, Криса, нашу Карайку-змею и вот этих двух обормотов. Да, эта команда здесь разрулит ситуацию практически на сухаря. Сейчас мы в этом будем убеждаться. Вначале делаем крик. Так, не забываем, что Рафаэль у нас хиллер. Он хиллер, поэтому лучше мы вот так, наверное, с вами сделаем. Завалить я просто его сразу не завалю. А защита нам всегда пригодится, вы понимаете, да, о чем я? Так, слушай, наверное, возьму я провокацию. Я возьму провокацию на Рафаэля. Я знаю, что сейчас вот как только дойдет очередь до Рафаэля вражеского, он будет хиляться. Видите? Как в воду глядел. Ну, это само собой, ребят. Так, я не понял, подожди, у них там у ворот, что ли? У ворот, крит, нифига они там на себя понавешали. Обалдеть просто. Укрепились ребятули, ты заметил? Ага, понял. Роквелл, ребята, первые на уничтожение. Так, успокойтесь. Ну, Рафик, ну, Малорик, как ты там наяриваешь? Просто круто. Давай вот так вот бомбанем. Е. Ну что, все, хила больше нету. Да-да-да, бросай свой люк, тебе это не поможет. Смотри, ребят, какая полоска. Ускорение, крит, лечение, защита, уворот. Пипец. Ну что, наверное, нам нужно уничтожить Макмана. Минус. Теперь, я думаю, будет по чесноку, если мы уничтожим с вами Мондагека. А-а-а, не получилось. Че он там бросает? Опа, нифига. Все спецвозможности мне закрыл, представляешь? Ну, за это он поплатится. Так, что же будем делать? Уничтожим мы, да должны, в принципе, да? Что нам здесь мешает? Ну-ка, два удара сейчас получит он. Е, и остается лишь Рафаэль. Фух. Как сынульку разобрали. Ну что, ребятушки, я могу сказать им, сегодня отлично мы повоевали. Я попадаю. Точнее, я уже все гонок 2 звезды. 70-я позиция, то есть отлично. Я надеюсь, к следующей серии меня не сбросят. Но если даже сбросят, пускай уж в Сёгуне одна звезда. То есть у нас еще остается... Так, сегодня что у нас, Сарине? Грубо говоря, еще полнедели до того, чтобы нам добраться в Сёгуны 3 звезды. Ну, про мастера я пока зарекаться не буду, ничего говорить не буду. Как получится. В идеале бы, конечно, хотелось бы. И не забывайте, что у нас ревард будет именно Леонардо. Классика, по-моему, да? Ну и вроде бы все. Так, пицца у меня немножко накопилась, поэтому можно даже... А подожди, а сколько здесь надо? 16. Здесь не получится. Я бы здесь, наверное, крутанул бы разочек. Ну, так как у нас ее мало, давай тогда кого-нибудь здесь поищем. Найдем. Последний, вот. Ваню можно поискать. И нам выпадает Ванька. Ну, вроде бы как и все. Ребят, я, конечно, мог бы пойти... На сюжетку, на основную, да, линию, вот сюда вот. Но вы, наверное, помните, какие здесь у нас уровни идут. Да и к тому же у меня нету пиццы. Ну, ладушки, давайте уж тогда будем закругляться. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Ну и будем продолжать играть в эту игру. Так что всем пока и удачи. До новых видосиков.